Все протоколы составлены по нарушениям, предусмотренных статьей 27 областного закона об административных правонарушениях на территории Смоленской области. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время предусмотрено предупреждение и наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей. В случае нарушения тишины с 22 до 6 часов утра. По ним приняты следующие решения. По 5 протоколам комиссия вынесла предупреждение. Наложили взыскание в виде штрафа в 3000 рублей по 3 протоколам. По 1 протоколу нарушитель заплатит 1000 рублей. И по 5 протоколам прекращено производство по делу.